Сегодня покажу несколько рецептов простых и очень вкусных закусок на праздничный стол. Сначала приготовим вот такой аппетитный рулет из селедки. Нарезаем мелким кубиком соленые огурцы. Также нарезаем болгарский перец. Туда же добавляем натертые яйца, натертый колбасный сыр, зеленый лук и творожный сыр. Все хорошо перемешиваем, начинка готова. Далее нам понадобится селедка. Разрезаем ее напополам и очищаем от костей. Филе кладем рядом друг с другом на пищевую пленку, накрываем пакетиком и аккуратно отбиваем. Теперь равномерно распределяем приготовленную начинку. Распределяем не до конца, в конце оставляем немного места. С помощью пищевой пленки сворачиваем рулет, как показано на видео. Далее берем еще один слой пищевой пленки и сворачиваем как можно туже. Держим за концы и крутим. В итоге получаем вот такую плотную колбаску. Отправляем в холодильник на 3 часа. Рулет получается вкусный и отлично будет смотреться на праздничном столе. Я теперь пользуюсь вот такой качественной разделочной доской из дуба ручной работы. Это просто необходимая вещь на кухне. Сделайте своим родным и близким такой подарок. Ссылки оставлю в описании. Для второй закуски берем начинку для рыбы, которая осталась, и маленькие тарталетки. Наполняем, сверху можно украсить зеленью или красной икрой. Вот за 5 минут готова вторая закуска. Для этого салата берем баклажан, нарезаем соломкой и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Перекладываем в чашку и даем немного остыть. Далее понадобятся вареные куриные сердечки. Я их отварила и разрезала напополам. Добавляем баклажаном. Туда же соленые огурцы, нарезанные соломкой, фиолетовый лук, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки майонеза, чеснок, соль, черный перец по вкусу. Перекладываем в салатницу, сверху украшаем натертым сыром и икрой. Вместо икры можно украсить зеленью. Салат получается вкусный, обязательно попробуйте.